Игорь, а ты видел выступление театра студенческих миниатюр «Бригада С»? Нет, а кто эти ребята и каков их репертуар? В сюжете все подробно расскажу. Более 10 лет студенческий театр «ЮРГУ» радует зрителей своим творчеством. Но в этом году коллектив труппы «Бригада С» поменяли традиционный жанр миниатюр на не совсем стандартный вид выступлений. Жанр пантомимы легко и просто рассказывает, а точнее показывает непростые жизненные ситуации. Студенческий театр «Бригада С» несколько сменил свое направление, а теперь мы выступаем в жанре пантомимы. Уже второй год. Почему? Потому что... Что-то новое решили попробовать. Долго занимались пластикой, долго занимались пантомимой. Вот это вылилось в полноценный спектакль, где все ребята представили миниатюры авторские, которые они придумали сами, и с помощью режиссера воплотили их на сцене. В родном городе выступления студенческого театра «Бригада С» собирают полные залы. Уже в конце апреля талантливая молодежь «Мясо» отправится на международный фестиваль студенческих театров, где на одной театральной сцене встретятся талантливые студенты Англии, Франции, Бельгии и, конечно, России. Пожелаем нашим ребятам удачи на этом фестивале. Ольга Звездина, Юрий Карпов, программа «24 МИАС».